еще чуть-чуть и прямо в рай. И жизнь удалась, what a beautiful life. Все завидуют, пускай, ведь жить станет кайф, what a beautiful life. Еще чуть-чуть и прямо. Большой обзор снова автосалона Audi в Одессе. Audi Terminal. Он пристрел себе малышку с 8 с такими вот характеристиками. Всего 200 тысяч евро, ну, с копейками. Кто же эти копейки считать-то будет? 21-е колеса. Это, конечно, печаляво. Самое интересное, 445 киловатт, 605 сил, топ. Карбончик, все дела, хорошо. Смотрим, что внутри. Внутри приятный запах. Все, не кричи, не кричи. Так, дотящих дверей. Отличный черный потолок. Приятно пахнет новой машиной, новой кожей. Да, да, Audi. Конкретно S8. В принципе, места достаточно. Космические рычаги управления. Кожа, рожа, все дела. Только так, одежь какой-нибудь приемник, что ли. Магнитофон. Магнитолог, как раньше говорили. А, вот так вот. Понятно. Что у нас тут? Мультимедиа. Диски. Наверняка где-то спрятаны. Угу. Скорее всего, флешки где-то там ставятся. Угу. Понятно. Так, а это что такое? Так, что тут ничего у нас не включается. Ну, без ключа зажигания, понятно. Вот, вот такая Audi S8. Сзади там почти самолет, если кому видно. Четырехместная, да? Да. Четырехместная, шикарное сиденье, климат-контроль, шторки, пищалки, маленький голову, люк. Ну, короче, весь комплект. Старт-стоп. Непонятно, сколько передач. По-моему, 8. Вот. Такая вот хорошая у нас Audi A8. S8, простите. S8. Ага. Ой. Ой. Ой, что-то нажал. Что-то нажал, что-то вылезло. Что не сломал, надеюсь. Хороший звук. Видно, какие-то дополнительные пищалки. На полную не буду включать, чтобы видите, с ума не сошли. Здравствуйте. Меня попросили ее закрыть. Ага, понял. Понял, не вопрос.